люди, которые говорят, это замечательный праздник сегодня в Киеве. Этим работникам посольства Индии и за этот прекрасный день всем поклон этим замечательным людям, которые вкладывают столько. Спасибо вам! Низкий поклон вам за ваш труд, который вложили. Прекрасный день йоги, который был сегодня на самый длинный день в году, 21 июня 2018. И напоминаем, что 23 июня будет Международный день йоги марафон, который пройдет на Крещатике, и мы надеемся, что мы побьем рекорд, соберем более 4000 людей на фестивале.